Я выбрался из этой комнаты, нубик, попытайся вылезти оттуда. Я часть зомби на себя увожу. Они с крыши все падают в самый низ. Что происходит? Они просто как... Я вообще не знаю, я не вижу ничего. Кажется, это то самое место, в котором находится Химикат Икс. Ты помнишь наш план? Помню. Нам нужно зайти внутрь, найти тот самый этаж, на котором произошел этот инцидент. У одного из докторов в кармане должен находиться этот Химикат Икс. Потом по-быстрому поднимаемся на эту крышу, садимся на вертолет и отсюда уезжаем. Все понятно? Все понятно. Ну все, пойдем потихонечку выдвигаться. Ты только посмотри, насколько гигантский этот госпиталь. Представляешь, сколько там палат и сколько кроватей стоит. Ой, жутко. Только, судя по всему, мы с тобой пришли слишком поздно и, видимо... Этот вирус перебросился на других людей, и теперь в этой больнице действительно очень опасно. Так, слушай, тут написано что-то. Давай быстро это прочитаем, что там написано, и пойдем дальше тогда. У вас точно ничего не получится, потому что кто-то еще так и не поставил лайк и не подписался на канал. Так, слушай, а кто лайк-то не поставил? Я лайк поставил, это 100%, а ты... Я тоже лайк поставил. Стоп, так. Может быть, не поставили наши подписчики? Вот именно, прием, друзья, на связи Шадимен и, конечно, мой друг Нубик. Привет, друзья. И действительно, прямо сейчас срочно требуется ваш лайк, для того, чтобы мы смогли проникнуть в эту закрытую больницу, в котором кое-что, вернее, в которой больнице кое-что произошло, и что именно вы узнаете сегодня, как только досмотрите эту серию до самого конца. Так что твой лайк, дружище, нам правда очень-очень нужен. Спасибо тебе. А также, дружище, не забывай подписаться на ТикТок-канал и Инстаграм, и все остальное, то, что находится в описании. И, конечно же, на этот канал, на красную кнопку тоже жми, и все будет окей, ничего никогда не пропустишь. Ну что, нубик, хватит, наверное, томить, пойдем, мы с тобой будем потихоньку заходить. Так, слушай. Я возьму пулемет. Да, бери. Смотри, врач. Я более-менее изучил план этой больницы. Больницы. Я топор возьму. Окей, давай, бери. Короче говоря, лестница находится где-то в левой части этого здания. Так что нам куда-то с тобой туда придется продвигаться. На всякий случай проверяй каждого врача. Потому что, возможно, у кого-то из них окажется... Стоп, там врач висел, может, там что-то? Химикат. Давай попробуем. Давай посмотрим на всякий случай. Ничего нет. Окей, понял. Просто вдруг у кого-то окажется этот химикат заранее, и нам с тобой даже до крыши не надо будет доходить. Вот, там, и это было бы неплохо. Иди сюда, мне страшно. Иди сюда сам, давай, за мной. А ты куда пошел-то? Я тебя потерял уже. Я а ты куда делся? Иду. Давай сюда. Не отставай ни в коем случае, место реально очень страшное. У меня у самого мурашки по коже сейчас идут. Тем более тут. Боже, слушай, тут врачи уже полностью этим вирусом пробощены. Так, тихо, вали, стреляйся. Главное, чтобы мы с тобой друг друга только не пристрелили здесь. Пока что... Ой, сколько тут врачей-то идет. Нубик, я сейчас на перезарядку иду, слышишь? Так, сейчас, пока справляюсь. У меня 10 патронов, готовься меня. Ой, тихо. Боже мой, он прям неожиданно за спиной у меня был шатин. Это ужас какой-то. Готовься меня заменить сейчас, слышишь? А, все, слушай, погоди. Мы с тобой уже поднялись на контрольную точку, так скажем. Так, что это за место? Ой, нубик, назад. Готовься их принимать. Смотри, сейчас я стреляю, потом перезаряжусь, потом ты начинаешь стрелять, понял? Хорошо. Тихо. Ждем, пока они сюда подойдут. И что они встали-то там? Сейчас. Ой! Тихо. Так. Шеди. Они здесь. Я здесь. Нубик, я их на себя беру. Все, внутрь, заходи. Так, стреляй пока что. У меня перезарядка идет. Стреляй только. Погоди, вот, все, давай, стреляй. Так, все, поднимаемся. Пойдем за мной. Я здесь, рядом с тобой, в смысле, ну, басос. Ты где? Очнись, я здесь, господи. Пойдем, вот я, здесь возле тебя стою, пойдем. Все, поднимаемся. У тебя все нормально, у тебя в глазах все в порядке? Ты меня видишь сейчас, надеюсь? Вижу. Все, отлично, ты меня испугал, я уже думал... Что-то я не знаю, что с тобой постоянно. Так, погоди. Что происходит, кто упал сейчас? Что-то страшно как-то, погоди. Ёперный театр, это не то крыло. Нам на другую сторону с тобой подниматься, нубик. Слушай, единственный путь, откуда здесь подняться, это только по этим буквам. Ты сможешь здесь не упасть в самый низ только? Конечно, ты первый только. Окей, давай, ты только сам не упади. Так, все, давай за мной. Давай, так, все. Смотри, вот здесь вот пропасть за этой буквой идет. Тут, ну, нубик, боже мой, давай поднимайся назад. По лестнице, ты упал вообще-то, в смысле не упал. Поднимайся по лестнице назад. Все. Главное, чтобы с тобой все в порядке было. Яблоки ешь. Я пока зомби заберусь. Поднимайся по этой лестнице до самого упора. Ты запомнил, где лестница находится? Да, запомнил. Все. Окей, давай, поднимайся, короче, пока что по лестнице. Надеюсь, ты ее найдешь сейчас.
Я очень быстро бегу, у меня давай. Все, Шеди, я здесь. Все, отлично. Отлично, яблоко еще раз съешь, чтобы потом с тобой снова это не... Ай! Ё-моё, я сам упал. Нет, я сам упал. Погоди. Я уже ненавижу эту больницу. Погоди. Сейчас я поднимаюсь. Прыгай пока что вперед по этим красным буквам. То есть только еще раз не упади. Боже мой, как это все произошло-то, только я понять не могу. Сейчас, Нубик, все будет нормально, не волнуйся. Мы должны с тобой до туда добраться. Все, отлично. Я уже практически здесь. Так. Ой, боже мой! Так, ты живой, надеюсь? Все нормально. Все нормально. Так, все. Погнали. Сейчас мы все точно сделаем. Сейчас я уже падать не намерен. Это уж точно. Так, дай-ка я вперед пройду. Давай. Так, это вот сюда и вот сюда. Все. Ой! Еще зомби. Еще зомбари прошли. Я их беру на себя пока что. Все нормально. Так, смотри, вот и доктор. Еще один. Так, о, слушай, у этого доктора уже, между прочим, аптечка в руках. Ай! Так, откуда он появился здесь? Ё-моё, слушай, откуда этот доктор здесь, как ты думаешь? Аптечку дать. Аптечку? Ну, ага. Держи. Так, слушай, я понял. Этот доктор выпал с того самого этажа, на который нам с тобой нужно сейчас подняться. Идем по лестнице. Полезли. У нас другого выхода с тобой нет. Слушай, смотри, мне кажется, ли как будто сверху кто-то еще свисает там. Да там зомби какой-то. Зомби, мне думаешь? Кажется, кстати, стоит. Да. Реально похоже на какого-то зомбака. Либо свисает зомби, либо стоит просто живой. О, точно. Помни то, что нам сейчас с тобой самое главное, это найти тот самый химикат. Если его не найдем, то все, капец, тогда так, спецоперация полностью провалена. Так, бинокль, яблоки у меня тут. Так, сейчас еще яблоко съем, на всякий случай. Висит он. Все, я поднялся. Тут еще зомби. Боже, они тут просто... Они на всех этажах тут находятся. Сейчас, стоп, погоди секунду. Я проверю пока что у этого доктора. Так, давай проверяй. Таблетки. О, бери там всякие пилюльки и так далее. Это я все нам потребуется. Они здоровье восстанавливают. Так, все, погнали. Пойдем. Все, Нубик, а теперь запомни. Каждый врач, который будет лежать на полу, мы должны каждого из них обыскивать. Как только ты найдешь бутылек с химикатом X, скажи мне сразу. Это значит то, что мы с тобой просто должны валить из этой больницы сразу же и моментально. Запомнил? Запомнил. Все, давай, за мной ты не иди, иди в другую сторону. Нам надо, чтобы продуктивность была какая-то. Иди в другую сторону, я в эту сторону пойду. Все, давай, не боюсь, у тебя патронов много, автоматов много. Так, вот врач, например, я тут туда находится. Пошел. Так, это... Ой, ты зачем? Ладно, я в другую сторону пока что пойду. Ладно, вот врач валяется какой-то. О, у него бинты. Каждого нужно обыскивать обязательно. Еще у кого-то именно какой-то из них что-то это ты, есть. Наверное, его обыскал так, уже. Так. О, есть. Зомби еще идут. Ух ты. А тут нормально так зомбарей-то на самом деле по этажам-то гуляет. Я бы сказал тебе. Так вижу, еще один врач доктор. Валяется, вижу. Так, ух ты ж, здоровенная аптечка, нифига себе. Так. Бинты, ой, ё-моё. Ё-моё, поджали меня на насос. Так, я на тебе. Не надо меня спасать. Ищи. Спасешь меня. Ты меня спасешь только тем, если ты найдешь эту бутылек, этот чертов. Так, давай, ищи внимательней. Двух зомбаков завалил. Что за фигня, слушай? Трех завалил. Где ты, чертов химикат? Я уже столько докторов обыскал, у меня просто сундуки с аптечками все время. У них в карманах только нахожу. Ой, здравствуйте. На тебе. Получай, зомби. Так, тихо. Опа. Ой. Так, зомби, здесь он чисто. Не видит меня. Так тебе, зомби, ты не видишь так. Меня. Нет, эти бинты мне не нужны. Нубик, слушай, мы с тобой кругаля, походу, дали. Я и химикат не нашел. Давай внимательнее ищи, слышишь? Что-то бред долго... какой-то. Ну нет, это аптечка. Банка с аптечкой. Так, а это что за центральный корпус такой? Такое чувство, как будто бы здесь вот я еще не ходил. Так, а это что такое? Здесь коридор, еще что-то. О, еще один зомбарь. Так, здравствуйте, господин зомби. До свидания. Так, боже, смотри. Как я чего отсюда свалить. Нашел! Я нашел! Нашел! Иди сюда! Все! Давай! Теперь вот он, смотри, тот самый химикат X. Видишь, какой он? Так, теперь, значит, слушай меня внимательно. На крыше этой больницы нас ожидает вертолет. Быстро до туда добираемся и просто отсюда улепетываем. Это давай. Будет максимально легко. Я думал, что тут реально будет что-то прям очень опасное, оказывается, тут достаточно все просто. Так. Ищи пока что лестницу, по которой мы с тобой сможем подняться. Так, она должна быть, по-моему, по плану больницы где-то непременно здесь. Только я ее не... Нашел. Все, Нубик, все. Дело в... Ай, что это? Откуда они здесь? Нубик, что происходит? Откуда на меня упал прямо? Отходи назад. Отходи. Назад, возвращаемся. Иди сюда. Нубик, иди в эту комнату ко мне. Быстро. Застраивай вход. Застраивайся. Все,
Отсюда стреляем, стреляем из этой штуки. Они насквозь проходят, они все ломают. Нате вам, зомби, получайте. Нубик, ешь яблоки, пока что время есть. Надо выбираться отсюда. Так, давай в лежачем положении сюда, иди за мной. Боже, я не могу. Подожди, я не могу ничего сделать. Тихо, 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 отвалите от меня. Стреляй, стреляй, просто стреляй в них и все. Все будет нормально, Нубик, не волнуйся. Все будет в порядке, боже, их слишком много. Тут очень... Все, 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 они... Все, все, держим, 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 сейчас легче будет. Сейчас будет легче. Откуда они падают все, я понять не могу. Что происходит? Ешь яблоки, только тоже не забывай. Так, 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 у меня перезарядка тоже. Все нормально, у нас костюмы с тобой бронированные. Тихо, тихо, тихо. Сейчас все будет чики-бомбони, Нубик, не бойся. Так, нате вам, чертовы зомбари, получайте, боже. Откуда они все падают здесь, я понять не могу. Стреляем, стреляем, стреляем. Сейчас я проход забрал. Что такое, они летают здесь все? Что происходит вообще? Я вообще не понимаю, что происходит. Нубик, боже мой, это капец, это конец просто какой-то. Застраивай все это дело. Что тут все находится, это они с потолка падают. Нам, по-моему, надо потихоньку выбираться из этой комнаты. Я выбрался из этой комнаты, Нубик, попытайся вылезти оттуда. Я часть зомби на себя увожу. Они с крыши все падают в самый низ. Что происходит? Они просто как... Это... Я вообще не знаю, я не вижу ничего. Попробуй они выйти оттуда, иди в сторону лестницы. На себя их отвожу. Сейчас, 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 Нубик. Я понимаю. Ешь яблоки, нет, иди вперед. У меня 5, у меня 4 яблока осталось. Нет, Шеди. Ко мне, вперед, иди на эту толпу просто. Иди просто на эту толпу. Сейчас я их на себя увожу. Все будет нормально. Вот-вот, у тебя получается. Все получилось. Давай, давай, Шеди, давай, давай. Я-то думал, я уже потерял надежду. Я, честно говоря, тоже думал, то, что это просто останусь. Капец какой-то. Все, смотри, теперь ходим, ходим по кругу этой больницы и просто их валим всех. Просто их валим. Иди сюда. Так, я здесь тебе яблоки оставляю на всякий случай. Возьми. У меня еще дофигища яблок осталось. Слева они, слева нас обходят. Так, 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 так. Помни, нам не обязательно их всех завалить. Нам главное просто до вертушки. Ты знаешь, что там в один момент произошло? Я смотрю на тебя, и там просто потолок надо мной ломается, и оттуда целая гора зомби вываливается. Я так испугался в этот момент. Так, у меня перезарядка. Я уже потерял надежду стрелять уже. Яблоко 4 оставалось, золотых чего-то. Я тоже капец как испугался. Чудо в самый последний момент у меня все получается. Давайте вам получайте, чертовы зомби. Сейчас, ну басос, у меня 100 патронов еще в этой винтовке заряжено. Вот так вот. Все, слушай, пойдем дальше. Так, еще вам 100 патронов получайте, зомби. Пойдем, пойдем, пойдем. Фух, по-моему, пока что их поменьше становится. Вот теперь от меня вообще не на шаг реально, вот, потому что сейчас действительно становится вашу дивизию очень опасно. Слушай, а их еще больше оттуда выходит. Аккуратно, не вставай перед прицелом. Так, отходи назад немного в коридор. Давай, выбегай оттуда, я стрелять сейчас буду. Нате вам полу... Ой, так, на меня сейчас справа напали, но ничего страшного. Сейчас мы их 2 пулемета должны по-быстрому всех разнести. Так, продолжаю, продолжаю палить. Они, смотри, стена за стеной. Выходи оттуда. Да, Шеди, помоги! Ты чё, опять в комнату залез? Зачем ты в комнату встал? Я надо было в коридор выйти. Выходи в коридор, Шеди, быстро. Шеди, стреляй в комнату, я не могу. Так я стреляю, ёперный театр, Нубик. Что за ад происходит здесь? Я понять не могу. Давай, 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 выбирайся. Ё-моё, Нубик, чё? Я вообще не ожидал, что эта больница настолько опасной будет. Отходи. Все, я их беру на себя. Беру всех на себя, нате, зомби, получайте, получайте все. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Слушай, это экстрим, посмотри, они стена за стеной тут ломают. Сколько можно уже? Да надоело уже. Это бесконечность какая-то, отходи, давай, теперь я на себя их снова беру. Давай. Так, 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 все, по тактике все будет хорошо. Главное, придерживаться тактики, все будет отлично. Так, 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 слушай, мы уже миллиард зомбаков, по-моему, положили с тобой, их меньше не становится. Все, пойдем. Сейчас на лестницу поднимемся и просто отсюда свалим. Там лестница заблокирована полностью. Там еще, там тоже зомби повсюду стоят. Слушай, мне это совсем уже не нравится. Абсолютно. Честно, куда ты встаешь-то передо мной, Нубик? Ну, боже мой, ты давай, не глупей уж совсем. Так, ай, все, Нубик, это конец. Это конец, походу. Не бойся, я ж так. Яблоки, я знаю, я знаю, я знаю. Боже, в какой ад мы с тобой попали? Я не понимаю. Они стену за стеной. Я вижу, слушай, я попробую выйти из этой комнаты сейчас еще раз. Так, все, у меня получается выйти, давай теперь попробуй за мной потихоньку пройти. Боже мой, не получается, у меня не... Ой, у меня получилось, я вышел, Нубик. Не знаю, как ты, но у меня получилось это сделать. Так, слушай, давай, давай, смотри, за собой, короче, маним сейчас. Вот сюда. Так, давай, 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 выходи отсюда, выходи, нам просто отсюда надо свалить по-быстрому. Это невозможно. Так, сейчас еще немного вперед постреляем в этот коридор. Потому что, ну, в конце концов, сколько можно-то? Их хотя бы когда-нибудь уже меньше станет или нет?
Это капец просто. Так, все, погнали, побежали за мной. Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас до лестницы доберемся, все будет нормально. На вертушечке отсюда спокойно, спокойно улететь. А где лестница? Погоди, тихо. Тут зомбарь. Спасибо, что у меня пострелял. Так, продолжаем движение, продолжаем. Все, смотри, лестница где-то здесь. Лестница где-то сейчас находится. Да, они просто как будто бы не дают нам сбежать. Я знаю, Нубик, я вижу, что нам не дают сбежать. Так, лестница. Это не лестница. Где же лестница? Ёперный ваш театр. Кто эту планировку в этой больнице только придумывал? Я да понять не могу. Непонятно. Мы свалим уже наконец-таки отсюда или нет? Так, за мной двигайся, не отставай. Нам тормозиться сейчас нельзя. Нам надо лестницу экстремально быстро искать. Я уже запарился, честное слово, здесь находиться. Так, она не здесь, она не здесь. Снова этот коридор чертов, который мы уже 300 раз пробегали, тоже точно. Да так где же? Я помню, что здесь... был лифт, и возле лифта находилась та самая лестница. Только сейчас я нифига ничего найти не могу на самом деле. Так, 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 так. Боже мой, меня снова зажимают, и я никак не могу отсюда выйти. Что ж такое-то? Вот она, это тот самый проход. Все, поднимайся за мной просто и валим отсюда. Это невозможно. Мне кажется, сейчас стены больницы, они просто взорвутся от такого количества зомби. Так, вертолет. Теперь главное, чтобы нас не обманули. Здесь действительно вертолет есть. Все, садимся в эту кабину. Так, отсюда, химикат. У меня. Давай. Ты это вперед. Скажи, когда сядешь. Давай, быстрей. Зачем ты гранату кидаешь? Ты что, сдурел, что ли? У нас вертушка теперь не работает. Мы скорее же с тобой валимся. Нубик, ты что сделал? Капец какой-то. В общем, друзья, на связи были профессионал Шэдди Мэн и мой друг Нубасос. Всем удачи, хорошего настроения. Фух, все. Я стабилизировал вертолет. Все. Всем пока, увидимся в следующей серии. Но химикат мы этот все-таки достали. Это просто ад какой-то, а не больница. Всем пока. Пока-пока, друзья.